Склонности к педагогическому труду у Ольги Васильевны Королевой были с самого детства. Тогда ей нравилось играть в учителя, объяснять материал, писать на доске. Осознанный выбор профессии в пользу педагога Ольга Королева сделала в старших классах школы. В это время она любила читать и узнавать новое, поэтому с головой окунулась в историческую науку. На решение связать свою жизнь с преподаванием повлиял и любимый учитель Татьяна Петровна Афонина. Она стала для будущего историка путеводной звездой и мотиватором к деятельности. Да, в своей деятельности, конечно же, ориентировалась на то, как преподает предмет Татьяна Петровна. И основные качества, которые бы я хотела выделить, это целеустремленность, постоянное желание действовать и умение так преподнести тему, что хочется узнать дополнительно что-нибудь по этой теме, то есть заразить этой темой. Хотя Ольга Васильевна и переняла лучшие черты своего учителя, но за время преподавания выработала собственный стиль и приемы. После школы Ольга Королева закончила Нижегородский университет Лобачевского. В 10-й школе Ольга Васильевна Королева работает учителем истории 10 лет. Вспоминает, что первые годы преподавания были волнительными и сложными. Сложными в каком плане? В плане становления. Это горящие глаза детей, оправдать их ожидания, которые они их закладывают, и в дальнейшем это будет тоже отражаться на их отношении к предмету. Ну и здесь, конечно, поддержка коллектива. Все трудности можно преодолеть, когда тебя поддерживает коллектив школы. Одним из главных направлений в своей профессии Ольга Королева считает самосовершенствование. Педагог сам постоянно учится новым методикам, приемам и технологиям, чтобы урок истории был мобильным и живым, а ребятам было интересно учиться. С учениками Ольга Васильевна работает в сотрудничестве и постоянном диалоге. А главной движущей силой своей профессии считает любовь к детям. На уроке у нас, я чувствую, что как жизнь происходит. И вот это деятельность, это постоянное движение даже задумываться не дает о том, что можно уйти из этой профессии. К урокам истории Ольги Королевой ученики проявляют живой интерес, высказывают свое мнение, дискутируют и обсуждают острые исторические вопросы. Но, как отмечает педагог, немногие выбирают историю в качестве предмета для сдачи экзамена. Светлана Ернова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко, служба новостей Саров, 24.